Приветствую всех зрителей канала iDigo. Сегодня мы находимся в необычном для съемок месте. Это офис интернет-магазина iDigo. И буквально за стенкой происходит рабочий процесс. Девочки собирают посылки тем, кто сделал у нас заказ. Но поговорить я с вами сегодня хочу совсем на другую тему. 11-11 приближается, а это значит, что в интернет-магазине iDigo Shop будет глобальная распродажа. Скидки до 70%. Также мы можем собрать для вас огромное количество разнообразных подарков. Пару слов я хочу сказать о наших подарочках и о наших спонсорах. В этом году у нас сертификаты в мозгобойню, детский развлекательный центр «Тута Круто», в батутный парк «Разгон», в парк развлечений «Галилео». Академия кулинарии «Это просто» подарит 2 сертификата на 3000 рублей. Замечательно вкусная форель от «Рыбалаб». «Тарданатс» обожаю, подарит 2 коробки пончиков. Наш постоянный спонсор, наши большие друзья «Орешки есть» подарят в подарок орехи. Набор зефира, шоколад ручной работы, арахисовая паста «Хейнат», «Додо Пицца» наш спонсор в этом году. «Чим-чим» подарит большой набор. «Брайфит» подарит карту на 6 месяцев фитнес. Этот огромный список подарков, все постоянно обновляется, пополняется, и увидеть его полностью можно будет на нашем сайте, на страничке, в которой мы подробно расскажем о распродаже, которая наступит 11-11. Особое внимание я хочу уделить подаркам от нашего интернет-магазина. В этот раз мы решили подарить технику. И самый главный приз, подарок, будет разыгран среди тех покупателей, которые сделал заказ на более чем 2500 рублей. Это будет кофемашина DeLonghi. В общем, на самом деле о распродаже я могу говорить очень много, потому что это действительно для нас значимое глобальное событие, когда очень много работы, и мы этому всегда очень рады. Приглашаю вас совершить покупки в нашем интернет-магазине в день распродажи и поучаствовать в розыгрыше призов. Друзья, а нам стало очень интересно, участвовали ли вы когда-нибудь в таких розыгрышах, проводимых магазинами, организациями какими-то в соцсетях, вообще ваше отношение к таким мероприятиям. И, может быть, кто-нибудь что-нибудь ценно выигрывал когда-нибудь. Я, кстати, участвовала и выигрывала, правда, один-единственный раз. В общем, напишите в комментариях ваши истории относительно этой темы, а мы, как обычно, разыграем какой-нибудь интересный, очень полезный подарочек от компании iDigo. Готовьте с нами, я обещаю, будет вкусно!